Так, итак, дубль 2 поиграть хотя бы полчаса. Что-то в последнее время столько всего навалилось, что, блин, играть некогда. Я не работаю, а играть мне некогда. Как? Так. Курьер. О, ну ладно, давай попробуем челлендж пройти. Так, ну давайте. Есть план. Авто. Надеюсь, ты не будешь меня грузить, блядь. Ну не грузи меня этой хуйней. Я это уже видел, уже ты мне это уже показывал. Да, блядь, я в сутки. Я хочу поиграть, а мне туториал показывают. Я уже проходил. Просто этот туториал он показывает в карьере, а в карьере я до этого типа гонок не дошел. Кстати, почему-то первый челлендж проходит на этом Volkswagen Golf у этого первого чувака из чужого списка, который Sony. Нет, эта машина у меня Razer забрал. Это... И забрал он у меня BMW-шку, а не Golf. Нет, он на ней есть. Какой-то жесткий челлендж, я не успеваю. Фу! А еще в ралли есть такая штука, которая называется Lap Foot Braking. И она очень прикольно работает даже в Москве. Несмотря на то, что несмотря на то, что милицию переименовали в полицию, они все равно менты. Ладно, единственный минус этой сборки на спутник, они немножко... О, я прошел! Скорость на финише 244 км в час, а такое ощущение, что я пешком шел. В ралли, если у тебя скорость 244 км в час, у тебя очко стул прокусывает. Так, нет, я не хочу рестарт делать. Давай, стоит новый Так, мы все разогрелись, бог у меня есть два косаря денег. О, прикольно. О, я на джойстике на... О, охуенно. Я на джойстике научился карту открывать.
Нет, знаешь, а то я карту через клавиатуру включу. О! Парт. У меня есть два... А, надо два как... А серьезно, ГО Архангелы лучше, чем ГО... Хуже, ГО Архангелов лучше, чем ГО Архидьяволов? Блин, мне нужно 5 косарей. Так, ладно. Так, а здесь мы можем что-нибудь купить? Движок. Блин, движок не можем купить. Трансмиссию. Трансмиссию уже купили. Подвеску. Не хватает, блин, на подвеску не хватает. Нитрос. Нитрос купили. Вот. Блин, не та кнопка. Ладно, все понятно. Блин, у меня такой как кайфовый черный гольф, я тут такой зеленый. Хотя, блин, он древний. Безопасности не стоило связываться со мной в принципе. Так, а да, они считают, что я не я. Они не знают, с кем я. Боль, кстати, для бонов. Прям одна из двух топовых тактик. Он тяжелый, пробивной, вот эти вот ноги, которые они ставят, это просто... Нет, мне надо баунти. А я не помню, сколько мне баунти надо.
Там, короче говоря, цифра есть, то, что одна погоня у тебя должна быть больше получаться. Антон ушел, а ты еще слышал. Мне интересно до второго класса, мне интересно будет добраться до второго уровня полиции. Блин, мне приходится тормозить и ждать. Мне надо сохранить результаты, что я выполнил задание доктора. Мне надо закрепить результаты, то, блин, если сейчас я буду с ними играться, то я не выполню. Все отлично, я вижу. Майлстоунс. Ну да, Майлстоунс можно перевести как вехи. Я нанес урон штату в 32 косаря баксов. Хорошо, что они с меня это не взыскивают, когда ловят. Hey, what's up? It's Mia. Looks like Razor's keeping tabs on you. I guess he never figured he'd see you again. I like the idea that he'll be looking over his shoulder from now on. Keep laying it down out there. I'll call you later. Nice run. All right, here's the deal. Razor's left the borough. He's racing in Rockport. To get to him, you gotta go through the ranks of the blacklist and clean out each area. There's three areas known as boroughs. This here's Rosewood. Camden Beach is on the coast, and Rockport is right after it. Unless you have enough rep, you can't get into the next level of racing. To do that, you gotta win. There's no second place here. Just keep plowing through your objectives till you can challenge a blacklist racer. I'll feed you more info as I dig it up. Later. Кстати, это персонажи Most Wanted дошлют тебе голосовухи. О, мне Total Bounty не хватает. Мне косарь Total Bounty нужен. Ну понятно. Чтоб ты понимал, с кем связался. У нас тут телега. Так. Пишите завещание. Пульчивать Пауэр или Кенда. А, тут еще... Тут прикольно еще, кстати, знаете, что? Тут это, есть дополнительные виды камеры, я вот поставил себе сейчас удобный, которого в оригинальном Most Wanted не было, но...
прям вот реально очень удобный для этой игры, то что он позволяет видеть хорошо машину и дорогу. Он, конечно, есть еще камера от капота, которая топ во всех ситуациях, но она... Ну так, ну типа вот представь машину, у нее капот есть. А, ну понятно. А, плюсы, тут еще добавлена музыка из всех, ну, всех инфраспидов старых, даже из карбона. Ну, соответственно, музыка Бусмонтида, карбона. Это видишь на голову, особенно если слово есть. КЗ, экспертная земля, все и не твоего голову. А типа на респект за них? Ну ладно. Все, я... Ладно, все. У меня просто знаний не хватает, не ругайте. Нет. О, песня первого бэкграунда. Еще пацаны не умеют. Confirm.
Блин, я нажал не ту кнопку, и меня арестовали. Я вместо нитры рестарт нажал. О, рестарт. О, можно рестарт сделать. Если тебя арестовали. Чё? Да, надо машину подкрутить. Да, менты приехали в минуту. Там, короче, ты знаешь же, эта кнопка есть, чтобы это, машину на трассу вернуть. Я, короче говоря, там менты меня начали прессовать. Мне надо было нажать, ну, нитро. Я нажал вот эту вот кнопку вместо этого рестарта машины. Ну и, соответственно, это, меня менты повязали, потому что там она не разгоняется. Volkswagen, он очень медленно разгоняется. Вот. Там пока я разгонялся, у меня полоска закончилась, и меня арестовали. Ну потом, ну так как это в гонке, это не считается. Сколько у тебя полос? Один? Нет, не знаю. У меня вот в руках телега оружие. Вкидывать эти камни в золото. Если тебе хватает золота, значит ты мало его тратишь. Has been authorized by supervisor.
Details will be provided on your screen. Hey, when you're being chased by the 5-0, take a look at your map. You'll see a bunch of icons. These are structures you can use to shake the cops off your back. You just smash into them, instant pursuit breaker moment. If the cops aren't damaged, they'll probably stop to render assistance. Trust me, they work. Indeed, they work. О. Угу. Понятно. Угу. Четыре милфы. Ну, они, знаешь, свои, нет. Ну, четыре милфы это да. Четыре милфы это, конечно, сила. Ну, что купить, движок или визуал? Ну, ладно, я понторез, я куплю визуал. Внимание, вопрос. Какой вопрос? Сломаю я. Лицо? О, слоу есть? Я даже книжку не куплю. Что такое это? ГМ-то хоть воткнуто? Ну, если ты хочешь повеселиться, то тогда вперед из... О, ты перекид... Я везде скрупулезно передаю эту телегу древесины. Каждый герой, который сражается, имеет при себе телегу древесины, чтобы вы понимали. Это серьезная сила. Да, это серьезная сила. Слушай, Настя, а ты сильно занята, чтобы помочь мне с важным жизненным выбором? Ну, я, короче говоря, хочу выбрать. А, блин, там он меня ждет. Ну, ладно, все. Ладно, я сам выберу. А, ну этот был у этого. Поэтому я возьму вот этот. Всем все понятно? Так, спойлер. Купить себе спойлер. А у меня есть деньги на спойлер? О, спорт, тюнер, спорт, карбон, тюнер, спорт. Косарь. А у меня есть деньги на спойлер. Ну чё, я не стрит-сракер, что ли? Блять, а чё это? Ну это как стрит-рейсер.
Блин, на гольф спойлер ставить, это вот, знаешь, всратость. Вот он выглядит уёбищно. Ну кто я без спойлера? Не, ладно, но не буду ставить. Так, а капоты появились? О, капоты появились, за полтора косаря денег хватит. Да, я лучше капот себе красивый поставлю. Аля, ты красивая. Ну какой я капот себе хочу? А, ну я вот такой хочу, но его надо, чтобы его... Ладно, понял, принял. Я разделяю. Нет, эти мужики с сиськами есть. У меня денег не хватит на капот. Так, двойка ремень. Блин. Блин, я ничего не купил. Блин, денег мало поначалу, вообще не хватает. Так, сюда, сюда. А, у него всего 4 бодика. Ну, боди 2 прикольные. Боди 2 мой любимый будет на гольфе. Так. Покупаем боди. А это мы можем купить? О, можем. В Most Wanted на самом деле еще вот идеальный баланс тюнинга и не тюнинга. Так, все, покупаем назад, Все, купили, теперь мы нищие, надо поехать зарабатывать. Так, баунти выбили, деньги выбили, ну все, надо кончать Вика и ехать. На стрелку за четвертую. Так, надо сначала всю скукоту пройти, то есть кольца. А, не, погодите. Так. Так, перформанс тюнинг. Блин. This slider allows you to increase or decrease the overall downforce on your car. Increases downforce will help your car stick to the road, but will affect your top speed. Все. Так, ну давайте на средненько. Средненько. А нитра пусть будет такая, как есть. Все. Блин, двигло надо покупать, а двигло стоит... Блин, а сколько стоит двигло? Мне нужно двигло и покрышку. А хотя похер. Че, я не обыграю, что ли? Они же никчемные. Не, давайте вот это... Он только... Блин, он вылетел! Ну, Семён Семёныч, ну зачем? Зачем ты вылетел? Минус этой сборки, она вылетает. Thank you.
порталы в героях. Не, Портал прикольная игра. Ой, ну это серьезно. Ну ладно, город разве. Как Антон? А вот так вот Настя умеет. Поэтому, честно говоря, я не уверен, что мы вдвоем против Насти затащим. Я столько в душу не смотрел, сколько ты. Или побыстрее кончить. Да я тут заговорился и врезал. Как хорошо, что мне попили, я без. Буквою мне похую. Блин, вот я когда с Антоном играл, он какие-то наушники надевал, и было просто его вообще охрененно четко слышно. Я-то всегда в наушниках, Антон что-то надевал, его было слышно прекрасно. Все четко, все разборчиво, никаких нареканий не было. Слушай, Настя, может, мы Антону гарнитуру подарим? Не, ну, когда приедем. А, я спойлер не по аэродинамике. А, мне, наверное, аэродинамика открылась, потому что я водик поставил. Мне все-таки больше нравится смесь. Масло, оно скользкое, но скорее ускоряет. Ну ты встаешь на масло. Нет, у него анимация скорее как у этого, как у ебучих песков или бурлящего говна. Погодите, вы хотите сказать, что... Хотите сказать, что я не... А, тут еще... Все, я понял. Я понял. Блин, да меня попу выгибали. А все, я не хочу с вами. Я с вами не играю больше. На тебе хочу. Чего любить? Вот когда не надо, вот... Наверное, Вика я буду кончать.
выиграл, но заработал. Не, вообще, кстати, на уме до 7 точек с говном за чёрного золота вообще нет. Вообще, чтобы хорошо попу попадить, надо хорошо зачитать. Оттаньте от меня. Так, 4, я прошел 2 гонки. А, нет, я 3 гонки прошел, отлично. Еще одну гонку, ну вот как раз кольцо. Кольцо или... Не, спринт, отстой, кольцо поинтереснее будет. Надо еще музыку подобрать, чтобы повеселее было, тут много всякого. Вроде как там 100-500 минут на звонки по России, но теперь что-то да. Ну, серьезно, Антошка что-то надевал, и мы с ним вообще прекрасно разговариваем. Поэтому думаю, то, что купить Антошке какой-нибудь. Знаешь, я еще думаю, что сейчас, короче говоря, российская инфра вот этой вот телефонии, она тоже шатается. Жалько, что руль не сработал. Блин, тут 3 круга. Я не заметил, они такие долгие. Полторы минуты круг, ты прикинь. Полторы минуты, Карл. Я от них уехал за 3 километра уже. Они меня не знают. Комп в Москве или тот еще читер. Потому что да, они меня догоняют. Я еду, вот ни в кого не врезаюсь, еду четко. Да, в этом. Есть в Москве, ну в Need for Speed'ах во всех есть такая противная штука, которая называется качап. В простонародье кетчуп.
всегда то, что ты можешь ехать идеально, но комп всегда тебя все равно будет догонять. И, короче говоря, был прикол у меня на втором андерграунде, то что я проехал, ну, вот одна гонка, кольцо, по-моему, было. У меня время гонки было 3 минуты, я был второй. Потом я сделал рестарт, мое время было 3:50. Я был первый. Как так вышло, хуй его знает. В Need for Speed особого смысла ехать круто нет. Your winds have generated some hype and got the attention of Taz. He's the next blacklist racer. Guy's nuts and a major heat score, so watch yourself. He's waiting for your call. Later. Блин, такая классная песня. А, вон он где, надо в обратную сторону идти. А можно через город? Поехали через город, главное, чтобы копы не забывали. У меня, короче говоря, прикол еще есть. Ну, он давно появился, но я езжу на стрелке с участниками блэклиста только лично. Там появляется вот эта звездочка на карте, где это событие происходит. И я на эту звездочку по городу сам еду, планирую. Не использую автотревел. Так, а я туда еду? Да, в принципе, я туда еду. А, не, погодите. Все, я понял. Гельфелин. Я просто предпочитаю каждого этого участника блэклиста защищать сразу, все его гонки, все его вещи, потому что потом все равно либо голды хватает, либо... Особенно когда он в твоей армии. А, он этого не делает, в принципе. Блин! Ладно, поеду на стрелку. На тачку, которая чуть-чуть быстрее разгоняется. А у меня кольца не тачка. Да, блять, вас, хули вы до меня-то сейчас заебали. Ох, у одного уебал. Да меня менты опять заебали. Посыграйте за свои замки, все равно. Я просто, не знаю, это прикольно, просто Антон говорит, что он запрещен.
this guy. I need containment. Let's get containment going. I've lost the target. Короче говоря, вы пока учите ебу собирает, то мне кажется, очень. То, что один пушку сломали, это прям. Так, ну чё, пацаны, погнали нахуй. Ёбаный в рот. Ну чё, Вик, погнали ломать тебе лицо. Эй. Остальные? О, ты на алмазных нарвалась. А их много? А, ну, тогда да. А слово есть? Да, иногда на дорогу. Блин, у меня такой кайфовый черный больше. Не бей, не бей ты, не крашу, не икс. То есть не грейжен, икс. Блин. А, это та, за ней бик следующий. Не бей ты, не крашу. А, типа это, Кьюр это, если бы Кьюром был это, то был бы покрашенный. Она такая. Не, ну честно, ты там будешь и так насмотрелась, что я вот реально не уверен, что мы с тобой с Антоном вдвоем затащим катку против тебя. Мы не ссым, но опасаемся. Да не за... Вот знаешь, ни хера не зря. Тут знаешь, лучше перебздеть, чем не подъедеть. Вот знаешь это. Вот когда мы с Антоном тебя обыграем, вот тогда и будем говорить. А пока мы не обыграли, я бздю. А все, гонка кончилась. 2:35. О, я обогнал его, прикольно. Его лучшее время 2:35. Правда, проблема того, что армия у тебя...
что у тебя герой в одном месте, армия в другом, никуда не девается. Ну, надо. Нет, ну, подвозить, да. Я в гараж встал. Вообще, в реальной жизни это было бы сказать. Знаешь, ну, блин, там финиш, я не успеваю. Хитрый нету. Блять, я второй. Ну то есть последний. Блять, а... Так, рестарт. Блин, хорошо ехал, блин, надо же было вот прям под самый финиш, ну, по сути, разъебать тачку, потому что я на всей скорости въехал в стену. Отчет переигрывай. Настя, переигрывай, а то пошли честно. Вы сыграйте за свои топовые замки. А, ну да, Антон умеет засыпать. Не, он Сапрега смог это, конечно. А что ты его убрал? А, блин, это я на правой руке. Короче говоря, Антон, Настя против тебя левой рукой будет играть. У тебя появилось преимущество. Я победитель по жизни. Антон, не играй за башню, это плохо. Так, берем вот это. Она не интеллект у нас. Капоты, отлично. Капоты, о, гик.
Виктор Васкес. Васкуез. These dudes been holding it down in the number 13 slot for a while now. He can't break out of his root, but no one can run him out. Oh. Да вот, ща уже собираюсь. Run him out. He's slug and dangerous, but knows how to handle his ride. He'll smoke if you, if he gets the... He'll smoke you if he gets the chance. Окей. Вау, so scary. Show you something. I hooked you up with access to the police database. You've been building a rap sheet with the cops. The more heat you bring down on yourself, the more hype and bounty come your way. So make sure you keep track of your rap sheet. Oh, well, well, what do we got here? Nothing you're ever gonna get. You're so sweet. You got lucky. Staying on the blacklist, it's gonna take a lot more than luck. And you better watch your back out there because, well, you never know what might happen, do you? What, you gonna work this ride too? Yeah. I don't know what your game is, but I'm gonna find out. You can't ride this sucker's life forever. And when he burns out, no more free rides, I know you. Stay on top of that rap sheet. I gotta go. I'll hook up with you later. На самом да, деле... у меня на ГО гидры, судя по всему, грейженные. Я не вижу сколько... I'm impressed. Daz underestimated you and paid the price. Make sure you never do the same. I'll hook up with you later. Administer the waves to set the world ablaze. Tracks flame, untamed bass, raps unchained. Overseers, all the skies turn gray. Doomsday, tidal waves from the U.S. to the U.K. Oh. Наконец-то открылись покрышки, блядь. А тормоза не открылись. Я, блядь, без тормозов езжу. А, открылись. Чё, покупаем тормоза? О, турбо открылось. Отлично, 5 косарей. Во, отлично. Так. Все, проебали все деньги, блядь, в первый день, нахуй. Ну а вот этот вот самый прикольный. Ну хотя это... О, тут похоже... А, нет. Не, вроде они все были в оригинале. Ну ладно, купим. Вот это, вот этого не было. Закос под реальную машину, его не было. Так, вот этот купим. Так, стрелочка.
Стрелочка красная. Ой, блядь. Так, стрелочка красная. Буковки зеленые. Да, вроде бы вот такой прикольный. Так, а что у нас по деньгам? А, нет, все, я вспомнил, что я еще хотел. Перформанс тюнинг. Стиринг хендлинг. Хендлинг брейк. Стиринг. Так, это стиринг, это хендлинг. Install a suspension to upgrade access to this option. Я не купил все suspension? Install a suspension. Окей. А на это тоже right height, но это тоже suspension. Да, suspension. Я не купил себе suspension. Нет, я не могу идти никуда, пока я себе suspension не куплю. Так, performance. Так, ведро суспензии. Да, суспензию можно купить, а я не купил. Как так-то? А, хуй. А у меня нет денег на ведро суспензии. Черт, у нас нет денег на ведро суспензии. Ну ладно, я обосрался. А нет, я не обосрался. Мне все равно денег по ней хватит. Главное, что покрышки купили. Да, я это могу, умею, практикую. А почему перформанс тюнинг сбился? Я же аэродинамику прокачивал. Так, вот сюда. This slider lets you adjust the brake bias of your car towards to the front or rear. Adjusting the brake bias to the front or rear will affect how much car is able to turn while braking. I'll just select to move the brake bias to right to forward и left to rear. Все понятно. Чтобы понять, как тут все работает. Так, аэродинамика, по-моему, я вот так ставил. Так, help. This slider allows you to increase or decrease the overall downforce on your car. Increasing the downforce will help your car stick to the road, but will affect your top speed. If you like your car looser and more likely to slide, try to decreasing downforce. Так, а как increase downforce? Ну ладно, допустим вот так. Вот так нитро составим turbo, help. This slider lets you to adjust the characteristic on your of your induction system. Move the slider to the right to shift your torque boost into higher RPM range. You'll sacrifice boost in the lower RPM ranges, but will gain more torque at the top end. This is useful for high speed tracks. More slider to the left to move the slider to the left to spread the torque boost across the a larger range of RPMs. This is useful for tighter tracks where you need boost while accelerating out of corners. Так, значит, мне надо to the left. Left — это туда.
А райт это туда. Да, все. Вот как. It's gotta be. Не, ну как бы все аксепт. Все аксепт. Если ты, блядь, это забудешь, я тебя уебу, сука. Все, запомнил, блядь. Ладно, поехали, поехали домой. Мне надо ехать в город. Блин, тут классная музыка заиграла. Да ну че, блядь, ребята. Нельзя так. Нельзя включать хорошую музыку, когда я собираюсь уходить. Антона. Не, у телефона есть такой прикол. О, рэп-шип. Рэп-шип, я не знаю, рэп-шип. Ладно. Все, ладно. Бля, я не тук. Все, уходим. Уходим огородами. Все, ребята, уходим нахуй. До свидания.